Привет, я Вури, и сегодня я буду рисовать своего оса, персонажа Зака. Вообще, я забыла начать процесс съемки до того, как я уже сделала скетч, поэтому это чисто видеопокраса. Зака я придумала, когда мы с друзьями фанатели по Оно. Мне очень начали нравиться всякие клоуны-персонажи, и вообще он выглядит как разукрашенный клоун, но здесь он без мейкапа. На самом деле идея этого рисунка мне пришла, когда я листала Pinterest. Обычно постоянно так и происходит. Какие-то идеи приходят мне либо когда я вижу чужие картинки, фотографии, фильмы, либо когда я слушаю музыку. В этот раз я просто нашла хороший референс, который я использовала для этой работы. Скоро нас будет 10 тысяч на канале, и я очень этому рада, и я стараюсь сделать анимацию для 10 тысяч. Спасибо вам большое за всю поддержку и за то, что подписываетесь. Вообще, я в восторге от текстур, я уже это говорила не раз и не раз буду говорить. Я нашла способ, чтобы текстуры ложились еще лучше, чем обычно. Просто создавать поверх закрепленный слой и текстуры накладывать на него. Например, покрасила рубашку на одном слое, создала дополнительный, прикрепила его к предыдущему и начала текстурировать, если это можно так обозвать. На деле не то, чтобы у меня есть много о чем говорить, и я хотела изначально сделать это просто спидпейнтом, но потом подумала, что немножко разговоров не помешает. Надеюсь, у вас все хорошо и настроение отличное. Лето это тяжкое, потому что это жара. Но мы выживаем как можем, спасаемся вентиляторами, кондиционерами, либо холодной водичкой со льдом. Фан факт, я вообще не переношу жару, но живу на юге на данный момент, и это тяжело. Я буквально могу падать в обмороке от чрезмерной жары. Не знаю, что эта информация вам даст, но да. Поэтому большую часть лета я всегда сижу дома и рисую. Я, в принципе, так весь год делаю, но летом особенно. Вообще не уверена, чего я хочу от жизни, но сейчас мне просто очень нравится рисовать, и этим занимаюсь столько, сколько могу. Вообще, на это лето у меня были грандиозные планы с пересмотром различных аниме, любимых телешоу или же сериалов, но на данный момент все, что я делаю, это рисую. Ну, к тому же, я еще жду результаты с ЕГЭ, поэтому чисто теоретически it's okay. Ну, в общем, наслаждайтесь остатками спидпейнта, а я побежала. Всех люблю, целую, пока-пока.